Высокохудожественное нечто. Ник, Ро, я нашел занятно восхитительный файл о своем рождении. И мы обязаны посмотреть его все вместе прямо сейчас. Всем привет, с вами Ник. Разве я что-то такое снимал? Тишина в зале. И это мой супер-доклад по истории искусств. А, точно, снимал. Я намерен раскрыть главный секрет творчества. И в этом мне поможет первый робот-художник Пикассо 001, или сокращенно Пико. Я загрузил в программу Пико данные обо всех художниках мира. И когда он напишет свою первую картину, секрет искусства будет найден. Что такое? Мы же все рассчитали. Печать должна была закончиться ровно в срок. Вот только когда тинки загружаются неравномерно. Боюсь, процесс займет еще какое-то время. Эх, ладно, тогда проследи за загрузкой, Плато. Закончим доклад после школы. Мешай научному процессу! Ой! А вдруг мы что-то сломали, и процесс не завершится, как следует? А? Всем привет! Я Пико! И я просто великолепный художник! Какое все вокруг великолепно! О, какие цвета! О, какая фактура! Хотя этот цвет мне совершенно не нравится. Здравствуй, Пико. Как ты себя чувствуешь? Полным сил и желания творить. Тогда предлагаю подоверить твои навыки и убедиться, что, что печать подошла как надо. И готово! Ну и как? Ну что? Почему ты молчишь? А, ты потерял дар речи от восторга. Прошу меня простить, но тебе не кажется, Пика, что эта вазочка немного... какая-то студанная? Боюсь, при загрузке произошла ошибка. И ты немного... сломался. О, нет! Я не хочу быть сломанным художником! Не переживай, Пика. Тебе надо чуть-чуть настроить. Я помогу. Ну вот, совсем другое дело. Очень похоже. А мне кажется, что здесь что-то не то. Или что я не художник. Ребята, а вот и я. Как вы тут? И как наш художник? Ой, а где он? Ник, все великолепно. Пико идеальный художник. Я проверил. Все как по линейке. Да. Все такое геометрическое. О, о, а это что? А, не обращай внимания. Это первый образец. И очень интересный. Он такой яркий. Никогда не смотрел на эту вазу под таким углом. Подождите-ка. Эврика! Я понял, в чем секрет искусства. Он в особом видении каждого художника. Так я все-таки художник? Значит, Пико не сломан? Это я его чуть не сломал. Ура! Сегодня родился настоящий маэстро! Гений красок! Да, наш Пико родился звездой. Звездой искусства. И звезда негодует.
почему эти негармоничные жалюзи до сих пор здесь? Пико! Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Пико, ты сейчас просто упадешь! Я-то не упаду, я летать умею. Ой-ой-ой. Директор школы искал художника. Я рассказал ему о тебе, и он хочет, чтобы ты, как первый робот-художник, нарисовал картину для школы в честь 1 сентября. Ой, только не это. Пико, вот это да! Поздравляю! 1 сентября уже скоро! Что за сроки? Мне нужен новый холст и краски! Много! Об этом не беспокойся! Я сейчас тебе такой супертехно-холст соберу! Роб, поможешь? Бегу, Ник. Пико, ты гениален! Пико, все готово! Можешь приступать! Нарисуй великое полотно для школы, Пико! Главное, не ошибись! Я верю в тебя, Пико! Ты художник, ты не порисован! О, великий Пико, Пико! О, нет! Это никуда не годится! Но ты даже не видел, что... Я художник! Я все вижу! Дерево не той породы! А еще... Мольберт качается! А еще этот холст оскорбительно мал для моего таланта! Я не могу рисовать в таких условиях! Ты не переживай! Ой, ты не переживай, Пико! Мы сейчас сделаем так, чтобы тебе было удобно! Винт даю, сделаем! Это все не то! У меня грандиозный замысел, который невозможно воплотить из-за его грандиозности. А если мы будем тебе позировать? Просто скажи, как нам встать? Так, Ник, встань сюда. Так, Ро, ну подвинь его ты. Сюда, левее. От меня левее. Да, а теперь ты, Мегатон, да, возьми на руки Ника. А я? А ты поверни их лицом, их обоих. Ро, дай Нику в руки геймера. Ага, так. Так, хорошо. Ро, а ты на левую руку. Да. Хорошо, стоим ровненько. Ник, не сутулься. А тебя поставим Нику на голову. Это потому, что я умный? Это потому, что больше никуда ставить. Ой. Ой-ой-ой. Нет! Ну все, Пико, надоело позировать. Может быть, ты нарисуешь что-нибудь попроще? Ну, что-нибудь такое незатейливое. Меня настигло проклятие всех гениев. Страх чистого листа. Ты что, боишься бумаги? Нет, а вдруг я все испорчу? Или у меня плохо получится? Или... Некрасиво! Есть лишь один способ побороть этот страх. Давайте, помогайте. Теперь попытаться отнести это в школу. Пико! 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 Директор просит... Нет, нет и нет! Я не принтер какой-нибудь, а художник! Директор просит тебя принять эту грамоту! Ну а вот это совсем другое дело!
Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Ого! Вот это ветер! Надо срочно сверить данные. Я 100 лет такую погоду ждал. Так, прогноз на сегодня. Через час ветер будет еще сильнее. А это что? Это? Ерунда. Ох, сейчас лучшее время для запуска. Так, осталось подкрутить вот здесь. ИЗО. Портрет лучшего друга. Ник, ты до сих пор не сдал рисунок на выставку? Ну как же опыты? Вот, пусть Пику за меня нарисует. Всем пока! Это нечестно, Ник. Пико, ничего не делай, я его отговорю. Я просто тему посмотрю. Мой лучший друг. Я всегда хотел нарисовать лучшего друга Ника. А кто это? Ну, разумеется. Вап, ты как раз вовремя. Не двигайся. Грандиозно. Ну, наконец-то, Вап занят настоящим делом. Ты куда? Я еще не закончил. Вап, иди сюда. Ну, или стой там. Ах уж эта крутая спираль! Ну никак этот трюк у меня не получается! Ой, Пика, прости, не заметил! Никакого уважения к искусству! Ой, что? Портрет лучшего друга Ника. Ну, не знаю, как-то не похоже. Что значит не похоже? Вот, теперь вылитый я! Хватит портить мой шедевр! Что значит портить? Я тоже друг Ника! А что вы делаете? О, ребята, а я что-то пропустил? Вот, портрет твоего лучшего друга рисуем! Это что вообще за каракатица? Да еще на меня и не похоже. Ладно, раз уж я обещал, сам нарисую. А вы марш убираться! Интересно, кого Ник все-таки нарисует? Кто его лучший друг? Кого-кого? Понятно же. Готово! А кто это? Что, совсем не похоже? Ну вот ты, а это Рос, здесь Плат, и Геймер, Мегатон, Ми, Ват, R7 и Турбо. Ты тоже наш лучший друг, Ник. Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.
Какая красота, Ник. Угу. Ро, транспортир. Ага. Мама достойна идеального букета. И как только я выведу схему ориентир, мы точно подарим то, что надо. Линейку. Ага. А вот девочкам-роботам никто не дарит цветы. Угу. И вообще никаких подарков и внимания. А мне тоже цветочков хочется. Готово! Побежали, Ро! Мама скоро вернется. Ответ уже иду. Я подарю тебе цветы, о, милая Ро! О, Пико, это мне? Конечно, тебе! Как красиво! Мегатон! Выручил! Рад помочь! А что тут? Цветы? Да, хочу порадовать Ро! Давай лучше с нами в догонялки, а? Ну уж нет! И разве вы не видите, какая Ро особенная? Вообще-то, Ро очень сильная. А какие у нее трюки получаются? Мы тоже хотим порадовать Ро. Вот только картина эта скучно очень. Надо что-то этакое сделать. Ну вот и делайте сами свое этакое! А вот и сделаем. Да, ребята? Да! Да? Букет? Ой, а вы чего такие грустные? Да вот, Ро цветы дарим. Цветы? Мне? Вот это да! Какие красивые! Мне так нравится! Очень-очень! Ро, смотри! Смотри, смотри! Нравится! Нравится! Спасибо, ребята! Это все тебе! Ро, это тоже тебе! Идеальный букет версии 2.0 для самой любимой Ро. Статус «Я счастлива». Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Готово! А вот и Пико. Я закончил домашнюю работу! По
Пойдем на улицу играть. Идите без меня. Искусство вечно. Но я столько ждать не могу. Да ладно тебе, Пико. Прервись на минуточку. И вообще, ты обещал с нами поиграть. Я обещал прерваться на что-то интересное. Все собрались? Чем займемся? Пико, а у тебя какие идеи? Дать мне спокойно порисовать. А давайте в футбол. Или устроим виртуальное сражение. Может, соберем пирамидку из кубиков? Ребята, а может, в прятки? О, хорошая идея. Мы 100 лет не играли в прятки. Считай до 20. Прячьтесь. 1, 2, 3, 4. Хм, игры. Как глупо. Эй, я тут спрятался. Пико, найди себе другое место. Прячься лучше, Пико. А вот и спрячусь. Да так, что меня никто не найдет. Хм, посмотрим, как вам будет весело. Пико! Пико, ты где? Пико! Где же ты? Пико, где же ты? Пико, ты здесь? О, Пико, о, Пико! Пико, 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 ты здесь? Пико великолепен, а прячется он просто великолепно. Какой ужас! Я нигде не вижу Пико! Я на миг представил, что мы его никогда не найдем. Ну кто тогда позаботится о моем художественном вкусе? И нарисует мой портрет в стиле кубизма. Это все я. Я отвлек его от очередного шедевра. Нам нужно срочно развеселиться. Без Пико спускаться на кругах не так задорно. Играть на барабанах, чем попало, не весело. Хотя, если двумя руками, нет, не весело. А как вам фигурные прыжки через канат? Дайте-ка подумать, мне определенно не весело. И даже с закрытыми глазами не то. Вся надежда на мою щекотальную машинку! Как оригинально. Ой, им же будет так весело. И без меня? 8, 9, 10. Нет, нет, я здесь. Я здесь. Я здесь. Пико, ты что, забыл, как играть в прятки? Смысл в том, чтобы я тебя искал. А я сам нашелся. И я знаю, во что хочу поиграть. Геймер, неси круги, будем кататься с горки. Ник, доставай свою щекотательную машинку. Какую машинку? А в художественные кляксы я точно выиграю урок. Вот это у тебя воображение, Пико. Ты превратил наши игры в настоящие шедевры. Точно! Этот шедевр нужно срочно запечатлеть. Не двигайтесь, я за холстом. Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.